Салам алейкум всем. Салам алейкум всем. Мы продолжаем делать рэп, теперь я мувидейк. Ты не выпишешь мне чек, а я дам послушать так. Кто сказал, что мы пропали, мы вернулись год спустя. Слушай, в запасе много идей. Работаем на музыку ровно 365 дней. 24 часа, включенные карка. Соседи сами просят меня их не выключать, пока я нарезаю саблы словно оригами. Опыт растет вверх по шкале пятибалльной. Мятый образ, уличный жаргон. Все поставлено на кон, играем в казино. Это классика жанра анимового кино. Манеры Тони Монтано, бабки на стол. Ничего левого, мы так и живем. Каждый день плотный рэп, каждый день полный дом. Вам не надо знать, кто здесь и кто мы. Ваше дело встать и слушать колонки. Видишь этот знак? Значит, надо встать, чтобы прокачать зал. Вам не надо знать, кто здесь и кто мы. Ваше дело встать и слушать колонки. Видишь этот знак? Throws a flow, blow up the show. Здоров, это дронов и токсим проб. Есть чок! Лови подгон, в тачку на комп и айфон. 11-й регион вносит свою лепту, бро. У нас любители читать под бит битком. Рэп для нас не фон, ты не просто хобби. Дело жизни, где будешь королем либо шутом. Если быть бойцом, то Емельяненко. И потом, к черту быть а-ля середнячком. Тут либо пан, либо пропал, не будь слабаком. Это не бла-бла-бла, беда гламурного подонка. Надо делать чувством с толком. Или будь еще одним Дёрти Монком. Пожинают лавры те, кто вертится волчком. Без подготовки и веры не пробежать марафон. Мы набираем опыт, остановить нас не резон. Голос души прямиком в микрофон. Вам не надо знать, кто здесь и кто мы. Ваше дело встать и слушать колонки. Видишь этот знак? Значит, надо встать, чтобы прокачать зал. Вам не надо знать, кто здесь и кто мы. Ваше дело встать и слушать колонки. Видишь этот знак? Throws a flow, blow up the show. Снова куча хип-хопа, собрались все дома. Делаем по новой в пределах грубого тона. И пусть далеко не Санта, но в своем патри ожидайте подарки, ребята, слушай. Иди знак Danger. Это наша банда. Наша студия как оружейная палата. Ну что же, удивим еще раз. Вот новое будет качать, думаю, поскольку это ровно включен модем. Передается звук, раскачает тебя, какой бы ты ни был круг. И мы, видимо, постоянно в твоем плеере. Делаем мы зло, чтобы успокоить нервы. Это будет лучше, чем амитриптилин. Наушники, словно шприцы, проникли в мозги. Кричи, не кричи, но мы тебя избавим от тоски. Ведь помогает рэпчик от группы Токсин. Вам не надо знать, кто здесь и кто мы. Ваше дело встать и слушать колонки. Видишь этот знак? Значит, надо встать, чтобы прокачать зал. Вам не надо знать, кто здесь и кто мы. Ваше дело встать и слушать колонки. Видишь этот знак? Throws a flow, blow up the show. Обкатурованный дядя давно уже стал батей, но все так же по-прежнему продолжаю рэпчик. От примитивной лирики до позитивного кача. Для тех, кто всегда ждет этого словно как хатика. Так что знайте вам, то что не услышите на радио, но в скором времени будет на слуху у каждого. И не важно, тебя это прет или срывает башню. Ведь на связи дронов, ну и Токсим Продакшн. И кстати, с наступившим 2015-м этот год без сомнения многообещающий. Так что готовьте свои карты памяти в гаджетах. Время настало, в дело пошли новые записи. Исключительно в качестве, ну а как еще иначе. Всем братикам саламчика, начинающим удачи. Это юг Казахстана, 11-й регион. Прямиком с улиц встречайте свежеиспеченных хип-хоп. Вам не надо знать, кто здесь и кто мы. Ваше дело встать и слушать колонки. Видишь этот знак? Значит, надо встать, чтобы прокачать зал. Вам не надо знать, кто здесь и кто мы. Ваше дело встать и слушать колонки. Видишь этот знак? Throws a flow, blow.